Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Хотелось бы мне сказать свое виское слово о муравьях. С какого года дача у меня? 27 или 25 лет, в общем, я занимаюсь садоводством. Ни одного раза мне не пришло в голову травить муравьев. Я вообще не знаю, откуда это пошло. Но везде вот прямо пишут, что вот надо травить. Я стала немножко изучать этот вопрос. У меня в двух теплицах просто два вот муравейника, в одной и второй. Я их не трогаю, и они меня не трогают. То, что там муравьи таскают тлю, она и без того таскается сама. Она встает на крыло и разносится, где ей надо. То, что там муравьи таскают, это еще доказать надо. Муравьи питаются... В общем, я стала немножечко изучать, просто стало интересно. Немного углубилась в тему, догадалась нажать Яндекс... Не знаю, некоторые не догадываются. Ну, в общем, поизучала немножко эту тему. Муравьи питаются белковой пищей. Все гусеницы, личинки, которые у вас на огороде, ну, которых вы не видите, то есть муравьев вы видите, и они вас раздражают. А гусениц, личинок и разных вредителей вы не видите. И вот муравьи, значит, питаются в основном белковой пищей. То есть они собирают по огороду трупаки. Если им не хватает трупаков, они задалбливают личинку любую, то есть кусают ее и начинают ее съедать. Тащат ее к себе и там доедают, значит. Если вы начнете уничтожать муравьев, значит, к вам придут другие. Гусеницы, совки. Приходите на огород, а капуста вся лежит. Вот, муравьев потравили, травите теперь совку. Значит, то, что можно их вытравить, это вообще сказка. Муравьи настолько умные, настолько цивилизованные. У них в трутнях 80% сидит. То есть, которые под землей, которые никогда не вылазят на поверхность. 10% работают. Вот 10%, которые вы видите. И то вы их видите, пока вот земля, пока трава не поднялась, пока растительность не поднялась, вам их видно. Когда растительность поднялась, вы успокоились, нервная система успокоилась, потому что вы их не видите. Или вы думаете, что вы их потравили, и их нету. На самом деле, когда вы их потравили, 10% убили, те трутни, которые вот там сидят и ждут, когда им принесут на блюдечке золотой каемочкой покушать, они начинают голодать, и 10% от тех 80% выходят на поверхность и начинают работать. В это время матка родит еще, не знаю какую численность, то есть вы никогда их не потравите. Так что успокойтесь. Люди, которые вот нервные, да, ну травите, да, травите, потому что вам надо кого-то травить, у вас нервы не в порядке, а то вы людей начнете убивать. Лучше уж тогда муравьев. Ну вот, не знаю, я просто поражаюсь, когда вот я стала вот в Вайбере, да, общаться с людьми, и все их прямо травят. Травят. Я просто вот не знаю. Короче, у меня нет слов. У нас не водятся муравьи, которые жрут цветочки, листочки. У нас есть муравьи, которые питаются белком. И если вы на огороде развели вот доски, да, обили, у вас обиты досками грядки, там еще что-то, да, они любят вот в этих влажных, вот этих тепреющих досках разводить свои муравейники. Ну, раздражают вас муравьи, убирайте доски, ставьте там шифер или еще что-то, пластик какой-то, или вообще убирайте доски. Ну, в общем, не знаю, меня вот это вообще поражает, эта тема. Ну вот свои 5 копеек я хотела бы вставить в эту тему. Вообще не пишите мне, не спрашивайте, чем я травлю муравьев. Вообще удаляю таких людей из своих друзей. Все, всем пока.